Увидел мужик на базаре лапти и спрашивает, «Почем пара лаптей?» «Пара лаптей двух пар лопаточков стоит». «Стало быть, чем больше лапти, тем дороже», – смекнул мужик. Вернулся мужик домой, поехал в лес, надрал воз лыка и сел лапти плести. Час плетет, другой. Солнце за полдень перевалило – а он все лапать наращивает. Уж тут с добрую лодку стал, а он все плетет. Вечером вернулась с поля жена, и только на порог, как муж к ней. Так плету или не так? А она так-то так, да из избыта как.